Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Друзья, всем привет! Мы на охоте на зайца. Нашли двойку с дороги. Сейчас попробуем его взять. Вот она, зайца русака. Интересная, увлекательная. Не видно, да, следа? Что говоришь? Не видно след, да? Не, очень плохо. Да не, он вон, он вот здесь пробегал, он не, ну, я начал выцеливать, а он вниз, и в низине, потом он наверх побежал, я начал подниматься. Ну вы видели, наверх он побежал? Стой. Все равно пошуршал туда. Свежий вообще, блядь, пиздец, смотри, какой свежий. Ладно, не лежат они в поле. Где-то здесь взять, Белка! Взять его! Взять его, Белка! Взять его! Взять его, Белка! Взять его! Взять, Белка! Взять его! Взять его! Взять его! Давай, Белка! Все. Я ему в глаз попал. Все. Я ему по жопе, походу. Отзади? Да. Блять, ты уже ободрал. С полем нас? Открыли вот сезон. Какой надо, Серег, след искать? Да. Тихо, у меня заход. Свежий или старый? Свежий. Но у меня
здесь нет следов выхода. Прям еле-еле. Тут очень плохо видно на зиме. Очень плохо, у меня есть след, но это вчера. Вижу. Сели? Его выход на дорогу. Да, кровь есть. И куда он пошел? Через дорогу? Ну вот он бежит на трех лапах, одна лапа болтается, походу. Да, да, вот кровит. А, ну давай я тогда тут пришел. Одна на трех лапах. Но у меня его не было. Значит, он где-то тут так вот. Вот вышел. Ну вот он вышел, вот он идет вдоль. Вот здесь мужик его видел, получается, что он бежал. Ну, походу. Серег, он через дорогу пошел. Да. А где он скинулся? Не знаю. Ну. Можно просто так пройти.
Свежий след вообще за заходной. Ну, это другой заяц. Ага. Вот наш, вот он. Вот он идет вдоль поля. А дальше пойдешь? Это по-новому пойдем, да? Не наш. Пойду. Здесь оставлю, да? Идем. Это лиса. Какая лиса? Это лиса.